Становятся взрослыми даже поэты, им преподносят шкаф, и тренировочные скелеты заводят будильник на такое время, где спать охота, и вписывают их имена в книгу учета круговорота. Теперь можно просто быть, как две педали, как дни недели. Теперь можно просто ныть, что там опоздали, тут не успели под крики со всех сторон. В очередь, суки, мне кажется, это сон. Скорей бы найти свои руки. Повсюду слышится плач, голодный, сытый, развязный, скромный. Здесь каждому нужен врач. Смягчить диагноз и скрыть симптомы, стремительный марафон. От родовой до смертельной муки, конечно же, это сон. Скорей бы найти свои руки. Но время придет, и придет конвой. И вот наступает день, такой же, как все, но последний твой. Насколько же он смешон, кругом благодарные дети, внуки. А ты, задыхаясь, крепишь, это сон, и ищешь руки, устав нарушать устав. Друзья, становится старше. Я не понял, а что никто не танцует? Им не хватает брат. И свежей плакательной жилетки, как хочется быть его, посылать этот круговорот туда, какой же правоподобный сон. Ну когда же я их найду? Я убегаю. Наверное, я помешал, да, я прошу прощения.